Художника обидеть может каждый. Эту нехитрую максиму решили подтвердить в Саратове. Союз художников в очередной раз не по своей воле покидает помещение мастерских, предоставленных ему муниципалитетом. История притеснения саратовских скульпторов и живописцев настолько обыденна для нашего города, что ее регулярные рецидивы вызывают лишь недоумение. Неужели у них еще что-то осталось, что можно отобрать? 31 января по инициативе Союза художников прошел круглый стол, главной темой которого стало грядущее выселение художников из мастерских по адресу Советская, 65. Здание площадью 1400 квадратных метров было продано в ходе банкротства муниципального предприятия «Городские дороги плюс». И новые владельцы велели художникам освободить помещение в 10-дневный срок. Художники перспективы выселять свои работы в сугроб, мягко говоря, не обрадовались. Поверьте, там живопись, там скульптура, там дерево. Если эти работы сейчас окажутся на морозе, они просто погибнут. Это не первый случай и не второй случай. Понимаете, что? Естественно, тревожно. Потому что людей просто не считают за людей. В ходе сумбурного эмоционального круглого стола выступила председатель комитета горадминистрации по управлению имуществом Татьяна Карпеева. Она расставила точки над «и» относительно прав собственников здания на Советской, 65. Волею судьбы данные помещения у нас попали в конкурсную массу предприятий-должника. Это муниципальное предприятие «Городские дороги плюс». Соответственно, проведены все конкурсные процедуры, и конкурсным управляющим господином поручением данные помещения проданы, то есть реализованы. У них на сегодняшний день есть новый хозяин. Поэтому, хотим мы или не хотим, но данное помещение, если не будет доброй воли нового собственника по оставлению там художественных мастерских, соответственно, их нужно будет освобождать. Выражение воли судьбы оказалось очень удачным описанием для процесса отчуждения муниципальной собственности по адресу Советская, 65. Детально этот юридически сложный процесс разбирается в статье Ольги Копшевой «Отдать, чтобы продать», опубликованной газетой «Неделя» в номере от 14 февраля. Для художников же волей судьбы приобрело трагедийный масштаб и стало констатацией злого рока, уже два десятилетия давлеющего над саратовскими служителями прекрасного. Год за годом под давлением внешних сил они должны оставлять свои помещения и пускаться в странствия в поисках лучшей доли. Так произошло с мастерскими на Московской 70, потом пришел черед дома художников на Московской 125 и, наконец, теперь Советская 65. Самым громким стало выселение с Московской 125. Это помещение досталось фирме «Сарград», аффилированной с одиозным застройщиком и депутатом областной думы Сергеем Курихиным. Процесс освобождения здания от художников и жильцов приобрел характер силового конфликта. Мы устраивали митинги, буквально даже художники хотели там сжигать свои работы, в общем, перекрывать улицу Московскую, потому что некуда было выезжать, совершенно некуда было выезжать. И они вызывали, в общем, хозяева уже теперь вызывали. Сначала они как-то шли навстречу, а потом уже, то есть обострилось, они совсем, говорят, выходите и все. И они вызывали и ОМОН с автоматами подъезжал, то есть нас запугивали, заваривали нам двери входные, там нас железные были двери основные, они заваривали сваркой, чтобы мы не могли ни выйти, ни войти. А мы как бы вот брались за руки и стояли насмерть. Пока владельцы Советской 65 не используют средства из арсенала депутата облдумы. Впрочем, не факт, что отношение кардинально не изменится в любой момент. И хоть Татьяна Карпеева и считает, что заниматься выселением в зимний период безнравственно, у нового собственника может быть своя точка зрения, не сильно отличающаяся от позиции структур господина Курихина. Председатель регионального союза художников Николай Бунин, хоть и опечален потерей старых мастерских, но сейчас занят оценкой новых помещений, предоставленных муниципалитетом. Здесь 30 квадратных метров, значит, коммуникация здесь проходит. Конечно, здесь для мастерской надо много вкладывать. Мы там полдня потратили на то, чтобы замерить каждое помещение, сколько там разместить людей. Но там надо какие-то полы заменить. В некоторых комнатах полностью полы бы сгнившие, там лаги, все там провалится. Нам надо будет отдельно проводить санузел, слив, это значит вода, электричество, отдельно вести кабель. Потом там одна сторона только освещенная была со светом, я имею в виду, с нее таким окна были, а другая все это темные, глухие, нет, не было окон. Тем временем художники готовятся к отъезду. Старейшие чета саратовских живописцев Борис и Валентина Медведкина собирают свои картины. Наследие более чем 50 лет труда в саратовском художественном пространстве. Итог творческой деятельности, в которой были рядовые будни и достижения, оказывается своеобразным. Здесь была как раз канцелярия, а вот наша мастерская была вот эта. Да, и там везде были.
Тут, если разобраться, сколько поколений-то прошло, сколько известных художников выпустила. Учаев, Саликов, Федотов, хороший художник, Гришин, Фомичев, что говорить, Фомичев. Эта выставка была на Поклонной горе, да? Да, да. Путин посетил ее и снимали его на фоне моей работы. Ну, он просто прошел по выставке. Говорит, выставку на Поклонной горе посетил Владимир Владимирович Путин. И... Больше 100 картин. Нет, не просто такие маленькие работки, а 100 картин. Некуда их девать. Воля судьбы муниципальной собственности и злой урок саратовских художников гонят их на 8-м десятке лет из дома, в котором началась их творческая деятельность. Из его стен они выселяются либо в неопределенность, либо в снег и слякоть. Это, наверное, лучший символ отношения города Саратова и его граждан к своим живописцам. Как стало известно на днях, новый владелец здания на Советской 65 определил последнюю дату выселения художников как 1 марта. Весна для людей искусства наступит по календарю. Григорий Гришин, Ольга Яковлева, «Открытый канал».